Добрый день, дорогие друзья и гости нашего замечательного YouTube-канала, который ведет Юлия Руфлорида и ваш риэлтор в Орландо, во Флориде, Надя Эггерс. Друзья, сегодня мы хотели поделиться с вами замечательным событием, замечательной новостью об открытии еще одного филиала русскоязычного садика, детского садика «Солнышко». Если вы помните, пару лет назад кто-то уже смотрел тот выпуск, если кто-то не смотрел, Юля сделает вам ссылочку, вы можете посмотреть. Эта семья открыла детский садик «Солнышко» в локации «Винтергартен». Замечательный садик, замечательные программы в этом садике, очень вкусная еда для деток. Мы там очень много рассказали о том садике. Но, к сожалению, как бы не все могут попадать в эту локацию. Вы понимаете все, что Орландо – это очень-очень большой город. Расположение этого детского садика в Winter Springs. Что это значит? Что это будет обхватывать такие районы, как Авида, Винтер Парк, Алтамонт Спрингс, Лейк Мэри, Сэнфорд даже. То есть, в принципе, от этих районов езды до детского садика, ну, максимум 20 минут. Я сегодня из даунтаун Орландо ехала сюда. У меня было по времени заняло 23 минуты. И то там постояла на светофорах. Поэтому расположение очень прекрасное для мам и пап, у которых маленькие детки и проживают именно в тех районах. До этого ко мне поступало очень много запросов, чтобы я нашла жилье, то есть это было тоже частью критерий, чтобы я находила жилье для семей, у кого маленькие детки, чтобы было недалеко от русскоязычного детского садика. И вот мне приходилось искать именно в районе Винтергарден. Сейчас наша поисковая зона расширяется, садик замечательный, мы скоро открываемся, я уже чувствую себя частью этого садика, вот, и открывается буквально на днях. Сегодня еще идет подготовка, вот посмотрите, тут уже цветочки сажают цветочки, идет подготовка к открытию детского садика. Давайте познакомимся еще раз с владелицей детского садика Алия. Быстро напомню историю Алии, я ее рассказывала в предыдущем обзоре. История Алии в том, что у нее были садики, детские садики в Казахстане, которые назывались Мэри Поппинс. И вот ту модель детского садика она перенесла в Америку, во Флориду, в Орландо. Модель очень шикарная, она сейчас нам поподробнее расскажет. Мы посмотрим комнаты, позадаем вопросы. Ну что ж, пойдем? Друзья, сейчас мы встретимся с Алией. И, как я сказала, она нам сделает обзор по садику. Алия, очень рада вас видеть. То лет, то зим. Я за вас настолько счастлива. Вы большущая молодец. У вас успешный бизнес. Развивайтесь. Благодарю. И еще откройте пару садиков. О, мед вашим устам. Ничего себе, какое помещение. Да. Это вот наша группа предшколят. Самая большая комната. Здесь предшколят это будет VPK, да, уже программа, да, группа, кстати, это очень группа важно. Группа VPK, которая финансируется государством, вот. С 4 лет. Да. То есть, да, эти группы очень важны, потому что дети все проходят это образование VPK, это предшкольное образование. Подготовка к школе. Подготовка, да, к школе, и вот как раз вот они последний год. Это они нужно будут лицензию получать на разрешение. Мы подаем заявку, да, нас одобривают, и все, и мы приступаем к работе. То есть сейчас мы откроемся, подадим после лицензии подадим запрос, и все, нас одобривают, и мы приступаем к обучению VPK. Ну, у вас в том садике, который находится Винтергарден, у вас уже и есть VPK уже, и Форси, да, мы любим все программы. Замечательно. Все, что удобно для родителей, мы все любим. Алия, ну расскажите вот побольше о вашем садике, давайте посмотрим. Ну, давайте начнем, раз уж мы начали здесь с большой группы, мы уже ее обсудили, давайте с малышей. У нас малыши с годика до двух будут проживать, можно сказать, свой прекрасный день в этой группе. Мы ее максимально вот так вот оборудовали уютненько.
Я так думаю, да, Надь, посмотрите, как вам нравится. Это ясельки, да? Да, это ясельки с годика до двух. С годика до двух. Как вам? Здесь по-домашнему. Кажется, вы знаете, вам я столько садиков видела. У меня же самый сын ходил в садик. Ну, садики все как бы, ну, они стандартные. Да. Здесь у вас как-то по-домашнему коврики, знаете, вот декорации. Как будто ребенок пришел просто в домашний садик. Бывает, бывают такие тоже, но они как бы не профессиональные и маленькие, да, там тетя какая-то решила открыть. Но здесь мы все обдумывали, цвета стен, как они будут воздействовать на детей. Здесь вот что удобно, мне нравится в этом здании, все предусмотрено изначально. То есть есть вход для родителей, родители могут непосредственно сразу в здание зайти, не через ресепшн, а вот прям сразу в группу. Вот там вот, то есть с улицы вход. Сдать ребенка в руки воспитателя. Прям, да, собственный вход, потом вы сказали, есть собственный, и собственный туалет, да, санузел. Ну, деток будут здесь, так как они маленькие, им туалета сильно не нужен, он просто нужен для того, чтобы воспользоваться раковиной, а так здесь вот для смены памперсов. Вот. Также у нас есть свой выход, не у нас, а у малышей, свой личный выход во двор, на прогулочную площадку, то есть они, нет нужды идти через весь сад, чтобы выйти на улицу, а просто вот из группы плавно выходят на улицу, на прогулочную площадку. Очень удобно, мне это очень нравится. В этом здании прекрасно то, что у каждой группы есть свой санузел. Да. И это на самом деле очень большой плюс, удобно. Потому что детки разного возраста, и для деток нужны разные приспособления для обучения, чтобы детки обучались. Да, мы подготовили хорошую методическую копилку, и сейчас упор делаем на то, чтобы подобрать профессионалов, воспитателей, педагогов настоящих, да, которые бы умели пользоваться методической копилкой. Но я этому всему научу их. Хорошо. Пройдемте. Вот, деток, естественно, мы будем кормить отдельно, не в группе, а в отдельном помещении. То есть деток будут сюда усаживать, малышей наших, годовичков. Вот. Также здесь удобно проводить занятия. То есть мы же знаем, что годовички не могут сидеть спокойно на одном месте, поэтому мы их так фиксируем за этим столом, и педагог спокойно может объяснять тематику. Здесь можно занятия. И моторику, да, да, развивать, да, какие-то вот кубички лепить, сюда, и вот они сидят. Заниматься, да, очень удобно. Такие смешные, такие маленькие. Хорошо, что это придумали. Такие маленькие, когда наши были такие маленькие. Да. Сейчас вот мы проходим в арт-рум. В данной комнате у нас будут проходить такие занятия, как шахматы, рисование, логопедия. Вот эта вот комната, она также сделана в такой цветовой гамме. Оливковый цвет я обожаю. Я его применила максимально во всех комнатах, потому что это очень такой радостный цвет. Поднимает настроение всем, и малышам, и взрослым. Ага. В той комнате я заметила розовый-голубой. Розовый-голубой, здесь желтый, да, оливковый, да. И такой спокойный, да, бежевый. И вот данная стена, это у нас арт-стена. Это можно, да, рисовать мелками, да. Да. Дети же у нас любят рисовать на стенах. Это та стена, на которой можно рисовать и нужно. Замечательно. И, кстати, шахматами у вас занимается кто? Шахматы преподает мой сын. Он был чемпионом. Он был, он до чемпиона не дошел, у него разряд какой-то. Первый разряд. Первый разряд. Да, он очень хорошо играл в Казахстане у Жансаи Абдумалик, которая была чемпионкой мира по шахматам. Шахматисты знают ее. Вот. И он нам будет преподавать два раза в неделю шахматы. Так что любой желающий может записаться, не обязательно это садиковские дети. И что в этой комнате удобно, также у нас также здесь и раковина, можно. Ручки помыть, конечно, ручки, после, да, поделок. Замечательно. Замечательно. Вот. Дальше здесь получается. И у каждого санузел. Свой санузел, да. Вот, пожалуйста, комнаты. Вот это вот санузел для этой комнаты и для общей. Даже можно для этой, да. Угу. Получается, в этой комнате в два санузла. Вот там, да, еще один санузел. Отдельно санузел для работников. И отдельно для работников. Да. Так что у нас следующая комната, у нас будет следующая... Кометы. Кометы, мы идем в кометы. Да, посмотрите, и обратите внимание, да, Алия, расскажите. Обратите внимание, у нас, раз мы солнышко, значит, у нас вокруг очень много других планет, соседей планеты, да, вот кометы. Там у нас ясельки были Little Stars, маленькие звездочки, а здесь кометы.
Кометы это потому, что двухлетние детки у нас как раз-таки учатся, уже хорошо ходят, уже не учатся ходить, хорошо ходят и уже бегают, поэтому они у нас кометы, их трудно поймать. А это вот такие вот кроватки, где детки спят уже, да? Это стандартные американские кроватки, они также предлагают маты, но мы предпочитаем кровати, потому что они легко моются, легко хранятся, продуваются. Вот, также, смотрите, в этой комнате своя раковина, очень удобно. У нас в том саде, конечно, такой роскоши нет. Но давайте пройдем в следующую комнату. Эту комнату мы вот посмотрели. Это наши двухлетние малыши здесь будут проживать свой день. Мне очень и нравится. Все. Вот у нас, кстати, в каждой группе видеокамеры. Да, вот я хотела только что сказать. Родители. Мне очень нравится, что я вижу видеокамеры, да. И они подключаются к родителям. Да, родители загружают ап, да, приложение, да, и они могут нам... Да. Это очень здорово. У нас приложение Brightwheel, по которому родитель оплачивает, по которому родителю доносится информация от воспитателей, и наоборот, они друг с другом, в общем, обмениваются информацией, и также и камеры. И в любой момент можно открыть и увидеть своего ребеночка. Может посмотреть, полюбоваться. Вот я хотела на это тоже обратить внимание. Но предупреждаю родителя, первые 3 месяца адаптационный период. Может быть все. То есть, если ребенок плачет, это не обязательно, что ребенку плохо, его надо срочно забрать из садика, нет. И когда родители приводят малышей, здесь по американской методике, по американской системе нельзя разуваться, нельзя... Нельзя, у них обуви. Не принято. Не принято, да. Да, то есть они все вот как были на улице... Да, спать тоже требуют, чтобы мы укладывали детей в обуви. То есть это для безопасности. В любой момент ребенок, чтобы, если случается ЧП какое-то, да, чтобы ребенок мог выбежать на улицу. Поэтому мы сделали так, что ребенок приходит, снимает свою уличную обувь и одевает то, что ему удобно, там кроксы. Сменка должна сменка, быть, да? То есть да. В каждом ящике будет подписан ящик, да? Будет подписан, дети, которые, ну, естественно, они пока не умеют читать, мы будем приклеивать фотографии. Ну, это здорово, да, потому что это... Вообще то в Америке не принято снимать обувь, когда в дом заходишь, даже некоторые на диване. Конечно. Чтобы все чисто было. Микробы, тем более детки маленькие. Да, они ползают по полу, то есть подбирают все с пола, могут попробовать на вкус. Поэтому, чтобы действительно хоть как-то было чисто, мы вот предусмотрели, сделали. И здесь вот у вас тоже. Да, у нас для каждой группы. Для каждой группы так замечательно. Вот. И все мелочи продуманы, Илья. Я в восторге. Но для этого у нас было достаточно времени. И опыт был еще, и другой опыт, и время было. Да, потому что мы нашли это здание 15 марта, извиняюсь, мы уже заключили договор аренды с этим зданием. Вот. И вот уже получается полгода у нас. Ну, да, вы делали ремонт, подготавливали. Мы делали ремонт, фантазировали, как здесь будет, что здесь будет, потому что пространства много, и фантазии, естественно, у нас так это разбежалась. Вот, и каждая группа, вот, например, вот эта большая группа, она называется Сатурн. Группа Марс, она предназначена для 3-4-летних детей. Пойдем посмотрим. Красиво тоже разрисованы окошки. Да. Это тоже ваша дочь рисовала? Это рисовала Наргиза, наша инвестор. У нас же инвестор теперь в этом садике есть. Замечательно, да, вот видите. Попробовали такой вариант. Вам еще инвесторы нужны? Может быть, следующий садик. Вам еще нужно открыть садик на юго-востоке где-нибудь. Мы рассматриваем, мы сейчас там в поисках, потому что это здание мы искали год. То есть нам предлагали очень много зданий, и в основном они все были с маленьким плейграундом, а ну, это не вариант, конечно. Я предпочитаю, чтобы дети гуляли, бегали. Ребята, здесь такой двор, да. Мы туда пройдем. Но все равно, да, юго-восток, это Лейк Нона, чтобы охватить вот эти вот этот район, места, мы там Авалон, Алафайя. Очень. Кстати, да, от Алафайя до сюда тоже должно быть не так, ну, минут 30, наверное, да, Алафайя эрия. Где-то полчаса, 40 Авида минут. Авида очень близко. Авида близко, я Авида, уже озвучила. Спринг, да, я озвучила города, которые очень близко, минут 20 езды. Давайте посмотрим. Группа для 3-4-леток, очень просторная, группа рассчитана, вот нам выдают разрешение, если вы посмотрите, обратите внимание на capacity, да, здесь у нас разрешено 18 деток, но у нас в каждой группе будет воспитатель и няня, то есть в каждой группе. Скажите, пожалуйста, у вас не только же русскоязычные детки приходят, у вас еще и англоязычные есть группы, или они смешаны в одной группе, или они разные Нет, группы? Мы не смешиваем, мы их разделяем, то есть такой же дупликат группы, вот она за соседней дверью.
Это уже англоязычный здесь будет, но мы туда пройдем. Этот же возраст, но для англоязычных деток. Тоже большое помещение, потому что детки побольше, помещение побольше нужно. Да, вот. У них также свой, в принципе, есть выход на улицу, но всех взрослых детей мы будем принимать через ресепшн в качестве безопасности. И приводят англоязычных детей, знают, что это русскоязычный садик. Ну, как бы, да? Да, очень любят американцы наш садик, солнышки, они с удовольствием ходят, посещают. Даже если почитаете Google Review, мне очень нравятся отзывы родителей, которым нравится наше питание, наш подход к обучению, наш адаптационный подход, то есть подход к адаптации ребенка. Многие американские садики все-таки предпочитают брать легких детей, с которыми легко работать, а мы берем именно тяжелых, которые трудно якобы привыкают, но с нашим подходом они сложно привыкают сложно отрываются легко от родителей, но попадая к вам, они адаптируются достаточно быстро. Я учу этим фишкам педагогов, и у нас это все успешно проходит. И педагоги у вас с педагогическим образованием. С педагогическим образованием и говорят на обоих языках, правильно? Я желательно подбираю всех, чтобы говорили на английском, потому что здесь очень много смешанных браков, где папа в основном американец. И нам надо, чтобы воспитатель могла донести до папы информацию, потому что папы чаще всего приводят детей в сад. Либо забирают. Даже так? Да, у нас папы тоже надо же, до чего мы дожили. Обычно это были мамы, теперь папы. Ну, это радует. Да, давайте. Наша кухня, которая на данный момент дооборудуется. И здесь мы будем готовить нашу восточноевропейскую кухню, плов, манпар, лапша домашняя, лепешки, котлетки. Хлеб домашний, котлетки, гречка, перловка, перловый суп, рассольник. Дети едят перловку? Да, рассольник они обожают. Причем все, и американские дети, и наши дети, потому что это на удивление. Для нас была перловая каша. Они сейчас даже едят гороховый суп, потому что повар так очень хорошо готовит, рецепт хороший. Мы предоставляем повару нашу рецептуру, то есть она по рецепту готовит, и чтобы однозначно вкусно получилось. Я хотела бы напомнить, вы рассказывали еще в прошлом обзоре вашего первого садика, хотела напомнить, у вас меню, разработанное диетологами, то же самое вы оставили, диетологами мы его просто из Казахстана, перенесли это меню. Да, мы ничего не меняли, прям казахстанское меню. Здоровая пища, никаких гамбургеров, никаких наггетсов, ничего такого, все здоровая, хорошая еда. Алия, вот мы сейчас подошли вот в этой двери, и я увидела, солевая пещерка, можно даже сказать, что это? Солевая пещерка. Хорошая комната с полезным воздухом, который помогает здоровым деткам не заболеть, то есть предупреждает все вирусные заболевания, обрабатывает слизистую солью, и иммунитет начинает работать против вирусов. Очень простая такая методика. Вы нам покажете, оно тоже еще в доработке, по крайней мере, мы заглянем, загляните, пожалуйста, в доработке. Сейчас идет начальный этап. То есть уже покраска стен включает себя вот это соль, специально, это специальный слой, вот этот вот синенький, на который лепится соль. Ага. Она такая шершавая немножко. И сейчас на полу здесь будет как песок, вы сказали, песочница солевая. Боже мой, я такого не слышала даже. Песочница солевая, детки тут будут играть, как обычно в песочнице играют, игрушками. Вот, на полчаса в эту комнату, и в течение где-то 10 дней будет проводиться такая процедура по полчаса. Но они будут с воспитателем, конечно, могут испугаться такого новшества. Здесь будет полностью интерьер доделан, то есть картины специальные будут, чтобы весело было ребенку, потолок разрисуется. Будет очень интересно. Но детям нравилось, например, в Мэри Поппинс в Казахстане это была любимая комната у детей. Потому что там можно было поиграться, причем так интересно. Они не берут в рот соль? Были попытки попробовать, но потом они поняли, что это обыкновенная пищевая соль, Да. Тогда в принципе, соль и соль. Конечно. Детям, конечно, наверное, не очень. Дети... Если бы это была сахарная комната. Кстати, идея.
Ну что, друзья, сейчас мы пойдем посмотрим дворик, где будут играть дети. Там очень много всяких интересных площадок, тематических, Да. Участок очень большой у этого здания. Повезло. Да, повезло очень. Давайте посмотрим. Да, давайте. И, кстати, здесь вот еще один санузел, как Алия озвучивала, 6 санузлов. Мне очень понравились вот эти писсуары. И у мальчишек будет цель, чтобы вот эти вот красненькие крутились. Это хороший, в моем понимании, тренинг такой. Им будет очень интересно попасть в цель. Это мы так немножко отвлеклись от дворика. Мне понравилась просто такая фишка. И вуаля, и наш огородик. Ой, что у нас здесь? То есть детки, когда выходят, сразу поворачивают в сторону огородика. А, это будет огородик, они будут выращивать зелень, петрушку, какую-то зеленушечку, потому что деткам, мы так заметили, очень нравится, знаете, что делать? Выращивать зелень, а потом ложить ее в супчики. Каждый вот тогда свои... они едят. Оно подписано все? Нет, или нет, нет, подписано не будет, просто они за всем этим будут ухаживать каждый день. Поливать надо, может, пропалывать надо будет. То есть на их глазах эта зелень будет расти. А потом они с воспитателем будут срезать. Это опять-таки, да, упражнение с ножницами. Срезают, потом идут, моют, потом крошат или обрывают какие-то листочки, да, потом ложат в супчик. Все едят. Потом. Все едят. Да. Хорошая идея. Если хотите приучить своих детей к зелени, вот, поделилась методикой. Так, здесь у нас одна из площадок. Ребят, площадок очень много. Это для двухлетних. Для двухлеток. Угу. Да. Вот эта полоска получается для двухлетних. И там у нас за зданием для годовичков. Очень удобно, потому что... когда мы не смешиваем взрослых детей и малышей, происходит меньше аварий. То есть у нас трехлетние, четырехлетние бегают очень быстро, да, и невнимательные могут задеть маленького, да, и получаются неприятные ситуации. Чтобы такого не было, вот, пожалуйста, раздолье. Вы разделили. Ну, да. Раздолье есть. Да. У вас мы еще дальше просмотрим. И я смотрю, вы загородили тоже какие-то углы, стены. Максимально мы огородили. Все здесь мягенько, если кто-то... случайно врежется в стену. Лишь бы было удобно малышам, потому что мы же знаем, как наши детки бегают. А много тентов у вас, чтобы от солнышка можно было скрыться. Да, 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 наша жаркая Флорида, солнышко активное. Здесь для малышей, да? Да, для малышей. То есть своя собственная площадка, никто не мешает. Также, пожалуйста, аварийный выход, это во всех садах обязательно, то есть все предусмотрено. Мне нравятся требования департамента, как должно быть, то есть это все правильно. Ну и, наконец-то, площадки для наших 3-4-летних деток. Вот здесь они могут побегать. Здесь они могут побегать. Здесь, я так думаю, устанут не только малыши. Здесь устанут и взрослые. Скажите, а что это такое? Это песочница. Когда ураган был, мы ее спустили, крышу. А вообще, вот крыша поднимается, и внутри там песочек. Песочек. Кстати, да. Алия, как заделали ваш садик Милтон? Вот расскажите, как это все прошло. Потому что, на самом деле, Орландо многие практически... районы. Многие районы не задевают ураганы, но кое-где, да, кое-где проходил дождь, и там у некоторых домов по несколько черепиц отлетало, но вот у вас здесь все в порядке? Здесь замечательно все прошло, нас вообще не задело, но задел наш первый сад в Винтергардене, у нас там черепицы как раз-таки, да, в Винтергардене, в домах. Сейчас вообще нет, вот, ну, так, в принципе, нормально, здесь ноль. То есть не затопило, не снесло, не унесло, все нормально. Ну, мой дом тоже, слава богу, не пострадал, потому что мы достаточно близко. Но вот какую-то часть Орландо, ну, там не было больших каких-то проблем. Ну, вот черепички, это тоже неприятно, но это не будем молиться, чтобы больше таких ураганов не было. Не было, да. То есть везде мы застелили искусственной травой во избежание дискомфорта какого-то, да,
Ну и такую территорию стричь, если будет натуральный газон, тоже неудобно. Конечно. Да. Скажите, пожалуйста, такой между строками вопрос. А если все-таки детки там столкнулись или об какой-то угол упали, ну, я не знаю, что-то такие небольшие повреждения, да. У вас медсестра есть или будет в детском садике, как вы выходите из положения первой медицинской помощи, так сказать? Все воспитатели обязаны проходить CPR, то есть это курс по оказанию первой медицинской помощи. Каждый воспитатель и няня обучаются этому, то есть к нам на базу приедет специалист и обучит первой необходимой помощи, то есть сделать искусственное дыхание, если вдруг ребенок сломал что-то, то как это, с этим обращаться, то есть это правильным действием обучают на базе садика, прямо на практике. То есть они пройдут и онлайн обучение, и практическое занятие. Интересно, шикарно. Да. Это да. Здорово. Значит, дети в безопасности здесь, да. По крайней вот мере. Вот эта вот площадка, например, она у нас более такая, здесь Монтессори зона, там песочек у нас, а там спортивная зона, там они могут полазить, позаниматься, покачать мышцы. Сарайчике что-то будет сарайчик, или это так и нет, будет? Нет, сарайчик это для нас, это для хранения всех, да, и инструменты, и какие-то предметы для утренников, потому что мы будем делать же утренники. А для утренников очень много оборудования требуется. Та же елка, сколько места занимает, конечно, правда? Конечно, да. Отделено. Следующую площадку. Везде у нас такие калиточки, чтобы группы не смешивались, потому что каждый воспитатель несет ответственность только за свою группу. Вот. Ну, опять-таки, вы можете смешивать, ну, например, двухлетки устали от той площадки, они всегда могут здесь поиграть, да? Каждая группа, вы можете в течение дня менять, и им будет интересно, потому что участок огромный. То есть, если группа одна погуляла здесь минут 20-30, потом она перешла сюда, следующая группа на другую площадку. Пожалуйста, там вот у нас на той площадке, например, автодром. Автодром, а там теннисный корт. А там теннисный корт. Кстати, детей будут здесь учить играть в теннис, ну, держать ракетки там тоже. Ну, пользоваться ракеткой, почти такой прям теннисный корт. Самые базовые знания, то есть там нам так тренер объяснил, что достаточно нам мягкой травы, чтобы обучить каким-то первоначальным знаниям по теннису. Вот давайте посмотрим автодром. Вот. Где детки будут учиться кататься на велосипедах. Дети это умеют, я думаю, что 3-4-летние, они уже умеют кататься. И, пожалуйста, вот для них площадка специальная. А если кто не умеет? Научим. У вас будет обучение, научим, да? Научим, конечно, конечно. И машинки будут, и машинки, велосипеды? Велосипеды, все, что на колесах. Угу. Хорошо. То есть погуляли на той площадке, и да? И опять-таки, да, вот вы сюда, все столбики везде обезопасили, да, мягенько. Но это обязательно, потому что лобики не разобьют, конечно. Лишние инциденты не нужны ни детям, ни их родителям. И вот здесь у вас как раз мы рассказывали про обучение тенниса. Да, тренер будет приходить два раза в неделю. Один раз в неделю футбольный тренер будет приходить. То есть все будет проходить на вот этой площадке. Спортивные такие, да? Это как у нас просто обучение, спортивная тренинг. Площадка, просто побегать. Даже можем детей, даже если не будет каких-то кружков, просто чтобы побегали, в мяч поиграли. С мячиком. Да. Алия, спасибо большое за ваш замечательный обзор. Садик просто шикарный. Пожалуйста. Мне уже даже хочется, чтобы мне было 2-3 года. Да. Я бы была в этом Мы садике. Старались. Очень, очень прекрасно. Мы старались. Я смотрю, у вас уже подготовка ко дню открытия. Да, здесь да. Будут. Ну, пока что у нас творческий беспорядок. Сейчас кое-где там доделывается, готовимся к завтрашнему дню, к завтрашнему нашему открытию. Ну, здесь, естественно, будет вкусняшки, будут вкусняшки для деток и их родителей, поэтому милости просим, завтра ждем всех. Алия, спасибо большое, я очень надеюсь, что ваш бизнес будет такой же удачный, как и сейчас. Вы большая молодец, вы просто огромный молодец. Вы приносите такой вклад в наш комьюнити, вы Стараемся. Приносите такой вклад в поддержание языка. Я знаю, что дети теряют язык родной. Ну, к сожалению, вот так да. вот. Вот чем меньше ребенок переехал, тем быстрее он теряет родной язык. Культура, поддержка культуры. Вы огромный молодец, и мы ожидаем других филиалов, кстати. Я бы сказала, что нам не хватает филиала еще, наверное, где-то в район Лейк Нона, Хантерс Крик, Медоу Вудс, Алафая эрия.
Вы проницательны, Надя. Да. Мы как раз... Вы думаете об этом? Да, мы уже думаем об этом, идут активные поиски. И... Надеюсь, я смогу вам помочь. И мы как раз-таки вот с Надей планировали встретиться давно, чтобы попросить помочь нам в этом плане, в этом вопросе. Хорошо, мы обсудим. Потому что мы привыкли уже к Надиной помощи. Кстати, Алия подписчик нашего канала, это вдвойне приятно. Нравится как... смотреть умные передачи, как... полезные. Спасибо. Это вдвойне приятно, что наши соотечественники такие успешные, такие молодцы. Я всегда радуюсь вот такому успеху. Стараемся. Вы огромные молодцы, Алия. Спасибо вам, что вы пришли. Спасибо и вам. Нас поддерживаете за ваш вклад. Своими добрыми отзывами. Конечно, конечно. Для нас это очень много значит. Настоящее. Я, правда, играть не умею, но буду учиться. А это как раз такие методические материалы, методическое руководство для всех возрастов. Я их привезла с Казахстана для легкой работы воспитателем. То есть все готовое, все готовые методические разработки, все здесь. То есть это наша методическая копилка. Ну, это вот для всех возрастов. 2 годика, 3 годика. Вот, пожалуйста, 4-летки вот здесь вот. Это по всем предметам, то есть, чтобы воспитателю легко было работать. Угу. Развитие речи, рисование, да. Музыка. О, интересный этот предмет, сенсорика для 2 лет. Я волосы сюда. Хорошо, что солнце ушло, чтобы не жарко. Спасибо большое, что вы пришли к нам в этот замечательный день. Все очень волнуются, это очень важный день для нас, поэтому я попрошу вас поддержать нас аплодисментами. Итак, вы пришли сегодня на торжественное открытие нового детского сада. И этот детский сад — это место, где каждый ребенок сможет развиваться, играть и общаться. Здесь заботливые воспитатели создадут атмосферу, полную любви и понимания. А сейчас я передаю слово директору детского сада Алие, чтобы она поделилась своими впечатлениями и пожеланиями. Аплодисменты! Здравствуйте еще раз, дорогие наши родители! Уважаемые гости, спасибо вам огромное, что вы пришли порадоваться за нас. Для нас это очень многое значит. Наконец-то свершился тот день, наступил тот день, когда открывается наш филиал детского сада «Солнышко». Второй филиал. Спасибо вам за вашу радость, за ваше тепло. Мы очень старались сделать все возможное, чтобы сад соответствовал всем вашим ожиданиям, чтобы нашим деткам нравилось в нашем садике, чтобы они не хотели отсюда уходить и с радостью бежали каждое утро к нам. Мы подобрали очень хороший педагогический состав, так же, как и в детском садике «Солнышко». Отдельная благодарность нашему коллективу «Солнышко». Девочки, пожалуйста, идите сюда. Все это время, больше полугода, девочки нас поддерживали, сняли с меня и со Знавура нагрузку. Майя, наш директор «Солнышко», полностью вся ответственность и благополучие наших детей в детском садике «Солнышко» полностью лежала на ней и лежит на ней. Спасибо тебе большое. Наш воспитатель связи Шахризада. Все малыши в ее золотых руках. Я очень хочу, чтобы и в нашем детском садике «Саншайн» были такие воспитатели, как ты, для малышей. Спасибо, спасибо большое. Я еще не только учредитель, но я по совместительству еще завхоз. То, что здесь сделано было, это много что приложило свои усилия. Но я хочу, конечно, всех поздравить с этим днем. Хочу всех поблагодарить, что вы нас сегодня пришли поздравить. Я думаю, что этот садик, он все-таки много даст нашим детям, которые придут в наш сад.
да, вложили очень много сил, труда. И вполне, думаю, все будет отлично, справимся. Тот момент, который все ждали, официальное открытие нашего детского садика. И я приглашаю всех причастных перерезать красную ленту. Наш детский сад открыт, и теперь мы приглашаем всех пройти внутрь, и сейчас директор проведет нам экскурсию. Проходим, пожалуйста, проходим. Друзья, спасибо большое, что вы нас смотрите. Я надеюсь, этот обзор понравился, особенно мамам и папам с маленькими детишками. Спасибо еще раз. И подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на инстаграм этого детского садика. Юля поставит ссылочку внизу. Вы можете напрямую спрашивать вопросы и записывать своих деток в этот детский садик. То есть у вас будет контакт с детским садиком. И до следующих встреч. Спасибо. Пока.